Привет, мои дорогие подписчики! Как можно заработать в интернете, как нормальные блогеры, у которых есть подписчики? В каких-то соцсетях, если у вас подписчиков больше, чем 10 тысяч, вы легко можете работать как партнер с GetBlogger. Как я здесь зарабатываю? Я недавно начал, смотрите, какие у меня были транзакции. Заодно я заработал 456, потом мне бонусы накинули 50, и за Газпромбанк я заработал 2700 плюс 130, короче, 3 с чем-то. Вот, выплачено на карту 3262 рубля. Что вам нужно сделать? Когда вы зарегистрируетесь на GetBlogger, вам нужно зайти в настройки, добавить свои социальные сети. Вот, например, мои Instagram 20 косарей. Каждый пост ваш чекается прям четко. Все написано, сколько процентов, сколько лайков, сколько комментариев. Все, ничего не скроете, короче. Также YouTube канал. Также привязывайте TikTok. Ну и остальные социальные сети. В общем, чем больше социальных сетей вы привяжете, тем будет лучше для вас. Потому что рекламодатель будет смотреть ваш аккаунт и видеть, что ваши социальные сети работают, что у вас идет конверсия. Вот, видите, это хорошая уже конверсия. Многие говорят о 10%, но 10% это просто, это очень медийные люди набирают. Привязываете свою банковскую карту, и автоматом деньги переходят, то есть когда придет время выплат, деньги автоматом выплачиваются на карту. Вот так. Вот это предложение. Какое предложение вам выгодно? Вот, например, Урбанк дает вам 1000 рублей. Здесь Уралсиб 1100 рублей. Можете заработать. Банк открытия 1600. Короче, самый выгодный банк — это либо банк открытия, либо Газпром. Вот смотрите мои проекты, которые сейчас в работе. Сейчас ожидается подтверждение на Газпромбанк. Смотрите, сколько я могу заработать. 5145 рублей. Если у меня кто-то приобретет вот эту карту, то есть зайдет по вашей ссылке, приобретет эту карту, вам на счет упадут вот эти денежки. Либо, если у вас нет договора с этим банком, вы можете также перейти по ссылочке, как я и говорил, ссылка будет в описании, оформить эту карту и все. Короче, размещаете рекламу, потом заходите по этой рекламе. Например, вот мой канал ВКонтакте, где я размещаю подобные рекламы. Заходите по ссылке, попадаете на нужный сайт. Там, если человек регистрируется, вы получаете деньги. Если он там какие-то услуги оплачивает, вы получаете процент. Кстати, это очень офигенный кредитный лимит. Вам еще кэшбэк возвращается. На штуку тратите, штука возвращается. Вы получите кредитную карту с баблом и заработаете 5 косарей. Нормально? Конечно, нормально, блядь. Вот отличный пример. Заходим, выбрать продукт. В общем, вам нужно открыть кредитную карту. Нажимаете оформить, там, в общем, все эти добавляете, свои реквизиты, все остальное. Можете получить так же, как подарки, так же и гонорары. Ну, гонорар вы в любом случае получите, если вы сами даже оформите карту. Например, возьмем Газпромбанк. Нажимаем. Читайте внимательно, смотрите, как что работает, что здесь запрещается делать. Потом, это разрешенные соцсети, где вы можете размещать эту рекламу. Копируете текст, например, преимущества, хуищества. Вам нужно получить ссылку, вот. Можете нажать сюда, можете нажать сюда. Нажимаете. Тыдым. Вам придет уведомление на почту, что вам разрешили их рекламу у себя на канале. Сперва опускаетесь сюда, скачиваете какой-нибудь из баннеров, просто нажимаете «Просмотр», потом вот сюда «Скачать», далее «Сохранить», сохраняете, в общем, на свой компьютер, потом пишите что-то, ну, что вы будете писать в этом посте, в общем, копируете. Здесь вам будет доступна такая штука, как... Сейчас я продемонстрирую. Вам будет доступна вот такая форма. Что вы делаете? Вы берете вот так вот «Добавить». Добавляете сохраненный свой баннер туда.
и нажимаете кнопочку «Отправить на согласование». Все. И через день повторить публикацию. Если вы повторите публикацию, у вас будут расти вот эти баллы. Печенюшки они здесь называются. Чем больше печенюшек, тем больше вы зарабатываете. Тем выше у вас статус. Вот, ладно, вот так. Смотрите. Для начала бронза, потом сильвер, голд, платинум и даймонд. Вот. Чем выше у вас статус, тем больше ваш гонорар. Вам одобряют, например, вот так вот. Теперь вы можете размещать публикацию. Вам одобряют ее. Вы можете ее скачать отсюда. Можете разместить ту же самую. Можете обработать ее в фотошопе. Например, добавить вот эту ссылочку туда. Это, кстати, ваша ссылка, по которой должны people перейти, чтобы вы заработали. Вы ее добавляете. Например, вот покажу здесь. Та-та-та-та-та, вот я размещаю новый для Газпрома. Вот, размещаете информацию, добавляете ссылку сюда же и делитесь. Все, на этом как бы все. Вся аналитика будет здесь. Сколько переходов, сколько раз купили у вас. Вот у меня один раз купили. Если не хотите рекламировать именно какие-то продукты, можете просто создать партнерскую программу. Вот, это ссылка на партнерскую программу. Это ваш промокод, который нужно будет вставлять сюда, либо он, короче, сам генерирует. То же самое вам нужно будет сделать, разместить эту ссылку в социальных сетях ваших. Можете сделать какой-то баннер, можете написать какое-то заманчивое предложение там. Эй, чувак, хочешь заработать денег? Переходи по ссылке в описании и готово. Если перешли по ссылке, которую дал твой партнер, которому ты дал, ты зарабатываешь 10% с него. Ну, грубо говоря, бинарная система. Кстати, если вы переходите по моей ссылке, вы также будете иметь скидки и бонусы. Если вы переходите по моей ссылке, посылаете меня нахер и регистрируетесь самостоятельно, у вас не будет лояльной системы, вам могут не одобрить, потому что как бы по рекомендации это будет как профит, профайл, ну вы поняли, в общем, нет. Это будет лояльно к вам. Но если у вас очень мало подписчиков, лучше не суетесь, потому что вам откажут 100%. Ну что, всем пока. Смотрите мои видео. Если хотите поржать, посмеяться, заходите на мой канал, ищите видосы, там очень много приколов, очень много херни и всего остального. Также мои песни. Парам-парам-пам. Я с тобой с утра в кровати делаю кардио. На буферах тату, гляжу и там, и тут. Рисую на тебе свой каверзный маршрут.